Христос воскресе, дорогие телезрители! 200 лет назад, весной, в марте 1822 года, под Смоленском, в старинной дворянской семье, родился замечательный церковный деятель Лев Александрович Кавелин, будущий архимандрит Леонид. Отец его был кадровым военным, ему еще доведется принять участие в Крымской войне. Мать была двоюродной сестрой прославленного адмирала Нахимова. Понятно, что и Лев поступил учиться в кадетский корпус, а потом еще 12 лет он прослужит офицером Волынского полка, расквартированного недалеко от Петербурга. Сегодня это город Ломоносов. Любовь к ученым и литературным занятиям пробудилась у юноши достаточно рано. Еще в период его военной службы в столичном журнале «Маяк» он публикует стихи, повести, переводы, статьи и очерки исторического, археологического и этнографического содержания. Огромную роль в духовном становлении Льва Александровича сыграл тогдашний архимандрит Сергиевой пустыни под Петербургом Игнатий Брянчанинов, в прошлом и сам офицер. В 1852 году Льву исполняется 30 лет, и он принимает неожиданное для окружающих решение. Выходит в отставку в чине капитана и вдруг поступает простым послушником в замечательный монастырь, в Оптину пустынь, вручая себя в полное послушание знаменитому старцу Макарию Иванову. Конечно, жизнь в монастыре требует глубокого смирения, большого напряжения физических сил. Далеко не каждый может вынести многочасовые богослужения и труды. Тот же святой Игнатий Брянчанинов не смог выдержать испытания Оптиной пустыни. Тяжело заболел в Оптиной и уехал оттуда. Но гвардии капитан Кавелин силой божественной благодати все выдержал. Да и мудрый отец Макарий сразу распознал таланты послушника, освободил его от физических работ и дал ему возможность продолжать в монастыре свои ученые занятия. Сам старец Макарий глубоко ценил ученость и литературные дарования. Достаточно сказать, что к нему за советом приезжал сам Николай Васильевич Гоголь. А последний раз Гоголь был в Оптиной ровно за полгода до прихода туда Льва Кавелина. Между прочим, находясь в Оптиной пустыне, Лев Кавелин осуществил перевод очень важной аскетической книги «Поучений преподобного Аввы Дорофея». До сих пор именно с этой книги оптинские духовники благословляют начинать знакомство с традицией православного монашества. Кавелин будет свидетелем мирной кончины старца Макария и оставит об этом трогательные воспоминания. Цитирую. «Кончина старца была мирна и тиха, проста и вместе величественна, как и вся жизнь его, угасшая словно заря светлого дня, оставив в сердцах преданных ему тихую ночь печали». В 1857 году сам Кавелин был пострижен в монашество с именем Леонид. В октябре стал священником. Вскоре Синод назначил иеромонаха Леонида в русскую духовную миссию на святую землю Иерусалима. Вообще в жизни ему придется много переезжать, исполняя различные церковные должности. Но в любом месте, где бы он ни оказался, отец Леонид Кавелин прежде всего проявляет себя как настоящий подвижник науки. Везде он стремится исследовать все библиотеки, книгохранилища, описать все рукописи. Он ввел в научный оборот множество древних памятников письменности, совершил немало исторических открытий.
поведал обществу о замечательных храмах, святынях, о древних и новых подвижниках благочестия. В 2022 году в разных городах, на церковных и светских площадках проходят мероприятия, посвященные жизни и трудам архимандрита Леонида Кавелина. Он один из ярчайших представителей так называемого ученого монашества. В 1881 году его изберут членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Пример таких выдающихся церковных ученых очень важен для студентов современных духовных академий, университетов, среди которых, к сожалению, далеко не все способны бескорыстно посвятить себя научным трудам. Уж такие сегодня времена, когда многие стремятся к развлечениям, когда подростку тяжело приучиться к сосредоточенным и внимательным занятиям. Отец Леонид проведет на православном Востоке, в Иерусалиме, Константинополе, на Афоне 8 лет. Он напишет множество статей в ученых журналах, а всего из-под его пера вышло порядка 300 сочинений, за которые он, как правило, не получал никаких денежных вознаграждений. Свидетельством его искренней преданности науке служит его открытость к любой критике, умение не только отстаивать свою точку зрения, но и менять ее. Это очень ценное качество для ученого. В 1888 году архимандрит Леонид пишет статью «Откуда была родом святая великая княгиня Ольга», в которой оспаривает традиционный взгляд. Он утверждает, что Ольга родилась не в Пскове, летописях Плескове, а в древней болгарской столице Плиске, и звали ее при рождении Еленой, а имя Ольга она получила в честь родственника князя Игоря, знаменитого киевского князя Олега Вещего. Отцу Леониду тут же отвечает академик Иван Игнатьевич Малышевский. И Леонид смиренно признается, прочтя статью нашего многоуважаемого ученого и знатока церковной истории, мы охотно и без всякого колебания признаем, что место рождения княгини Ольги – русский Псков, а не болгарский, как мы полагали доселе. И этот поступок – пример для подражания. Сегодня мы знаем немало псевдоисториков, которые, чтобы привлечь внимание, заработать деньги, упорно защищают подчас самые нелепые вымыслы, самые экстравагантные теории, пропагандируют настоящую историческую ложь. Отец Леонид высказывал желание удалиться в один из афонских монастырей, но церковь призвала его к административной деятельности. В 1869 году его назначают настоятелем подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря, а с 1877 года и до самой своей смерти в 1891 году архимандрит Леонид – наместник нашего главного монастыря Свято-Троицы Сергиевой Лавры. В Новом Иерусалиме в 70-е годы именно им был создан один из первых церковных музеев России, посвященный патриарху Никону. В Лавре важнейшим начинанием отца архимандрита стало издание популярных в народе троицких листков духовно-нравственного чтения, при составлении которых оттачивался литературный талант таких церковных писателей, как будущий вологодский архиепископ Никон Рождественский. Тираж этих брошюр исчислялся тысячами экземпляров. За несколько месяцев до кончины архимандрит Леонид наконец издал свой большой и замечательный труд «Святая Русь» или «Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси, обще и местно чтимых до XVIII века». Справочная книга по русской агеографии. Эту работу восприняли как
завещание подвижника науки будущим поколениям исследователей, которым предстояло много сделать для того, чтобы жизнь древних русских святых стала достоянием широкой общественности. Но мы знаем, что после революционной катастрофы все исследования в этом направлении были надолго прекращены. Незаинтересованный свидетель, побывавший в лавре в последний период жизнедеятельности архимандрита Леонида, оставил такой очень живой и яркий его портрет. Цитирую. «С виду несколько согбенный и уже далеко не крепкий телом. Он производил впечатление уже тем, что не похож был на других. Он мало обращал внимания на себя, не принадлежал к числу выхоленных архимандритов. Он был горяч, вспыльчив, непреклонен и непримирим с житейской пошлостью». Архимандрита Леонида Кавелина похоронили в самом сердце Троицы Сергиевой Лавры у стены церкви Сошествия Святого Духа на апостолов, возведенных псковскими мастерами в XV веке. В годы гонений могила была разрушена, но в 2015 году ее надгробие восстановили.